Как бы добрый день, да не как бы, добрый день. Всем привет. Идем на дневной обзор. Ветерок слегка поднялся, но волны тоже прикольные должны быть. Во всяком случае, на этом, на пляже Багратион были классные волны, все красивые, бирюзовые. Я взял, достал коптер, подсоединил телефон, а потом понял, что я забыл аккумуляторы. Как бы на этом все. Но тем не менее, прогулялся, поснимал ряд роликов. Кстати, завтра, ребят, я уезжаю опять в Краснодар, так что завтра как-то вот без дневного, наверное, получится. Ну, а мы с вами пришли на Калипсо, наверное, все-таки здесь Калипсо. Начало, и покажу, что творится на Калипсо. Сейчас прям. На Калипсо натянули ленточку, запрещающую купание. Кто-то поставил себе палатку. А кто-то лоханулся и не взял плавки. А надо было. Что будут мокрые шорты? Теперь не будут уже точно мокрые. Погодка классненькая. Тапки пока не унесло. Не знаю, гулял сегодня. По пляжу можно еще чуть-чуть пройтись. Обратите внимание, там даже видно луну. Не знаю, видно вам или нет. А я, как всегда, пройдусь чуть-чуть. Как видите, купаются, окунаются. Непосредственно на Калипсо запретили купаться. Ленточка натянута, а на Лазаревском можно. Вот так вот. Ну, в принципе, не такие страшные волны, чтобы не купаться. Ух ты, кричат. Да вон купаются детвора, женщины, дети. Главное, далеко не заплывать. Пардон. Так, прошу прощения, меня отвлекли. Слегка пройдемся. Температуру потом подсмотрю, скажу вам обязательно. Ну, в общем, вот такая вот картинка. Ничего такая, симпатичная картинка, я бы вам сказал. Девушки загорают, дети, как правило, купаются. Ну что, дальше я уже, наверное, не пойду. Все вам показал, все рассказал. Не буду затягивать. Ролик, ну, в целом повторяет многие мои ролики, поэтому как-то вот так. Всем пока. Припекает хорошо, скажу так. Я уже в Панамке. Даже мелкие купаются, смотрите. Прикольно. Красивые волны. Всем пока.